Так, ну что ж, всем привет, сегодня нон-стоп обзоры, и у нас сегодня на обзоре это обувь такая компании Crocs. Это такие вот интересные, веселые кроксы, с лого таким Crocodile TM, торговая марка зарегистрирована, так что это не шутки. Смотрите, вот такая вот у нас обувочка, Crocs TM, Crocs мужской M9, W, женский 11, то есть они универсальные, crocs.com. Сайт, в принципе, такая подошва у них, дышащая, как раз подойдет для этого, так вот регулируется, можно так носить, можно вперед, как сандали, в принципе, как хотите, вам удобно, как удобно, так и носите. Очень удобная обувь, рекомендую, если есть возможность, приобретайте. Что сказать по материалу, давайте пробежимся быстренько. А, здесь у нас по-русски что-нибудь есть? Нет. Это нет. Изготовитель Крокс, Нидерланды. Импортер. Это Москва. Обувь, значит, голландская, да? Ну ладно. Импортозамещение работает. Сделано в Индонезии. Что еще у нас здесь с вами? Это у нас 21 год. Чек. Крокс, это размер их. В принципе, думаю, что Бая Бенд Клок, вот эта модель так называется. А, код, видите, с восьмерки начинается. 8 код Голландии, видимо, или Индонезии, страны производителя. Ну что ж, вот такой вот был на обзоре у нас сегодня Крокс обувка. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.